Привет, друзья! Сегодня вкусная намазка. В блендер отправляем вареные яйца, огурец, немного укропа, сливочное масло, соль, черный перец. Ставим в холодильник, чтобы масло застыло. Ну и намазываем. Я не ставил пока. Вот такая вот вкуснятина. Обязательно попробуйте. Сверху вот так вот огурчик и вперед. На этом все, друзья. Всем спасибо. Пишите комментарии, делитесь. Всем мира, добра, удачи. Пока.